Короче говоря, бабушка. Мои любимые, давайте поднажмем и наберем 100 тысяч четких подписчиков. Вместе мы сила, мы справимся. Сегодня был солнечный день, я занимался важными делами. А если быть точнее, играл в контрол. Мне захотелось по-маленькому. По дороге в туалет ударился и потерял сознание. Когда очнулся, со мной что-то произошло. Мне захотелось совершать добрые дела. Я застелил кровать, выкинул мусор. Решил порадовать своего брата и купил ему дорогой видеорегистратор. Я позвал брата, вручил ему подарок. Брат проверил свой кошелек. Деньги на месте, на какие шиши ты купил подарок? Это долгая история. Ну, слушай. Вчера я смотрел разные видосики на ютубе, как вдруг наткнулся на интересный сайт Эггер. Закинул 1500 рублей и решил проверить, сколько можно заработать. Начал я с игры за 100 рублей и открывал разные кейсы. Майя, ограбление, мафия. В каждой ячейке лежали деньги. Ну я, короче, угадывал, где больше всего денег. Я не хотел останавливаться, поэтому открывал несколько ячеек подряд. В конце игры я заработал немало бабла. Деньги можно вывести моментально. Стоп. А ты не боялся рисковать? Не боялся. Этот проект работает уже больше года. За это время накопилось сотни положительных отзывов с ссылками на реальных игроков. Так что, братишка, если хочешь заработать бабла, регистрируйся по ссылке в описании и получи бонус 1000 рублей. Брат гордился мной. За сегодня я сделал немало хороших дел, поэтому решил немного отдохнуть. Когда проснулся, брат попросил купить продукты. Я хотел сказать. Так, малой. Сегодня царь устал за целый день, так что лучше сам сходи по добру и по здорову. Но я сказал... Сегодня хорошая погода, так что без проблем. Я схожу в магазин, Взял пакет. Я умный парень, зачем покупать пакет, если можно взять свой? Если так же делаешь, ставь палец вверх. Вышел на площадку и увидел непонятную картину. Бабка Зинка бьет чижа. Я не думая подлетел к Зинке со спины и вырубил ее. Твой герой! Что тут происходит? Да я просто пошутил! Я услышал, как брат попросил тебя сходить в магазин. Я вышел на площадку, одел маску маньяка и решил тебя напугать. Потом я услышал, что ты уже идешь, и как закричал. Но оказалось, что это был не ты, а бабка Зинка. Она накинулась и начала бить меня. Ну, вот как-то так. Чиж ты, придурок, ты знаешь, что я не один в этом подъезде живу. Ой, ну, об этом я не подумал. Она хоть жива? Не знаю. Надеюсь, что жива. Надо будет ей сказать, чтобы побрилась. Согласен. Щетина больше, чем у меня. Ну да. I'll be back. Не могу понять, это я обосрался или ты? Не знаю, но мне страшно. Она прям как терминатор. Наркоман! Чиж, не пугай больше бабушек. Ага. Она тебе шки подвела. Короче говоря, бабушка. Йо-хо! Спасибо, что досмотрел это видео до конца и поставил лайк. А если не поставил, то обязательно поставь. Не ленись и обязательно нажми на колокольчик. Потому что мы снимаем для вас каждую неделю новые видосики. Будьте всегда на позитиве. А если хотите заработать бабла, то переходите на сайт Эггер по ссылке в описании. С вами был Очкастый Задрот. Удачи вам и пока!